Астропрогноз на 2 апреля. Овен. Сегодня вы узнаете о чем-то важном от близкого человека. Вечер можно посвятить культурному отдыху. Телец. В скором времени вас ожидают перспективные проекты. Бытовые вопросы решатся сами собой. Близнецы. Не растрачивайте свою энергию на те дела, которые не принесут плодов. В любви возьмите инициативу на себя. Рак. На работе придется проявить все свои таланты. Не забывайте про свое здоровье. Лев. От близкого друга ожидайте приятных новостей. Избегайте ссор и споров в семье. Дева. День обещает быть насыщенным рабочими делами. Возможно, хорошая финансовая прибыль. Весы. Благоприятное время для смены обстановки. Это может касаться как работы, так и жилья. Скорпион. Возможны выгодные деловые знакомства и предложения. В выборе опирайтесь на свою интуицию. Стрелец. Гороскоп предсказывает Стрельцу встречу с человеком, которого вы давно не видели. Вечер подходит для свидания. Козерог. Старайтесь абстрагироваться от негативных мыслей и эмоций. Кошелек приберегите до завтра. Водолей. Не обращайте внимания на критику со стороны недоброжелателей. Вечер посвятите спорту. Рыбы. Творческих рыб в скором времени ожидает успех. Дальние поездки пока лучше отложить.